Как ни парадоксально, я бы приветствовал введение западных санкций против нашей страны. Почему? Потому что это, наконец, вернет к разуму значительную часть населения, которая пока еще рассчитана на то, что мы можем встроиться в систему глобализации. Она отрезвит наши правящие элиты, которые наконец поймут, что Запад нам не дружественный. И более того, в совершенно практическом смысле. Вот я, например, основательно занимаюсь вопросами спасения российской авиационной промышленности, которая на корню уничтожает интервенции со стороны Боинга и Аэробуса. Пусть Запад запретит хотя бы поставку запасных частей к Аэробусам и Боингам. И тогда станет очевидным та простая вещь, которая должна быть доступна просто с точки зрения здравого смысла. Что нам нужно опираться на собственную авиационную промышленность. И у нас для этого есть все возможности. Я был бы рад, если бы они ввели санкции против наших авиационных предприятий прекращением поставки запасных частей. Тогда бы, наконец, и наши авиакомпании, и государственное руководство наконец поняло бы, что нельзя полагаться на помощь наших потенциальных противников. Иначе это может закончиться катастрофой. Ведутся разговоры о замораживании счетов российских олигархов на Западе. Замечательное движение. Мы были бы рады, если бы это произошло. Тогда бы это показало нашей олигархии, нашему чиновничеству, бюрократии о том, что воровать бесполезно. Прятать деньги негде. Или ставится вопрос о том, чтобы выдворить Россию из ВТО. Замечательно. Мы бы все радовались этому, потому что это означало бы спасение нашей обрабатывающей промышленности, спасение нашего сельского хозяйства. Поэтому, если Запад пойдет на применение санкций, то, что называется, нет худа без добра. Я думаю, что плюс от введения санкций, в конечном счете, могут оказаться гораздо больше, нежели возможные минусы.